Всем привет, меня зовут Витя, мы будем играть в игру, вот такую вот, про охоту. Тут надо охотиться на мамонта, на... Короче, сейчас сами увидите. Это обучение у нас, ну как бы просто уровни. Тут так вот прям. Оп, 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 оп. Кто больше очков наберет, вот. Так можно потренироваться. Ну ладно. Сейчас наша цель — это вот этот вот мамонт. Или я не знаю, кто это. Ну, короче, сами видите. Опять же, Майнкрафта не будет. А, блин. Что-то туда как-то сразу так нажалось. Надо поменьше время делать. Вот так тебе, вот так вот охотиться надо на мамонтов. Да, погиб ты. Час уже. Да, ну пока что видео я 1-2 сниму. Так, опять спалился. Ладно, все, замочил того мамонта еще одного. Ну или слона. Я не знаю, как он. Там написано просто как-то странно. Все, короче, просто слон. Я не знаю. Как удобнее называть кому, так и называйте. Вот мне удобно его называть слоном. Пусть будет слон. Глазастый какой-то он. Он белый глаз какой-то у него. Странно как-то, да? Что у него глаз-то какой-то белый один. Торчит. Блин. Вот так вот. Да. Очень быстро уровни проходятся. Ну ладно, в принципе, это даже хорошо, чтобы долго не засиживаться. Вот так вот. 9 копий осталось, и мы выиграли. Мы молодцы. Все молодцы мы. Реклама, надеюсь, реклама не будет, потому что... Так. Так. Yes. Опять справились. Сейчас чихну. Лучше этого не делать. Вот это будет сложнее попасть, конечно. А, нет, попал все-таки. Что-то как-то разговаривать не хочется. Ну ладно, поговорю. Надо создать будет ВКонтакте группу. Там буду игры выкладывать, какие вы хотите, чтобы я проходил. А так, не знаю, просто не очень сильно разборчиво. Ко мне в друзья можете ВКонтакте добавляться. Но я потом ссылку кину.
на ВКонтакт, там под этим видео оставлю ссылочку. Некоторые тут, которые у меня на канале уже есть, потому что они со мной гуляют вместе во дворе. Да куда ты все заходишь-то? Такой дергаю, значит, заходит еще так. Надо будет пытаться как-то не задевать. Так. Что ты творишь? Yes. Еще одного завалили. Если хотите, чтобы я продолжал эту игру, то поставьте хотя бы лайки там, не знаю. Или что хотите там. Дизлайки, лайки. Ну хотя только можно лайки нужно. Почаще, конечно. Потому что я не знаю, как снимать, продолжать игру, если снимаешь чего-то, а потом... Блин, он еще больше стал. Вот что-то я не договорил из-за этого. То, что сложно очень завалить его будет. Столько минут осталось вообще. Ай, блин, проиграл. Вот я так и знал прям. То, что я проиграю. Вот так вот. Я думал, будет несложно. Вроде бы я ее уже проходил. Странно как-то. Мне его, кстати, жалко очень. Хороший слоник. Зачем его убивать? Надо. Ладно, будем убивать. Там еще птичка, вроде бы я видел птичку. Какую-то мочить потом будем. Страус, что ли, типа такого. Только я не понял, что это за птица. Кто это? Так. Yes. Еще одного. Вот эти вот штучки нам надо, чтобы покупать новое оружие. Если кто-то их заметил, то можете не спрашивать, потому что я уже сказал, для чего они нужны. Мне для того, чтобы покупать оружие. Кому-то, может быть, чтобы что-нибудь еще покупать. Хотя тут больше нет ничего. Сейчас я. Просто неудобно. Лег так. Нога аж затекла все. Так все. Ну а теперь нам надо. Блин. Очки виртуальной реальности. Очки виртуальной говнарности. Мне бы еще геймпад и игры кинуть. Подходящие. Чтоб прикольно было. Во. Yes.
еще одного. Просто не хочу проигрывать. Конечно, мне его очень жалко. Очень-преочень жалко. Но проигрывать я не хочу. Потом еще что-нибудь снимем, конечно. Я не только эти игры буду снимать. Это какой-то симулятор общей охоты. Ладно. Есть. Да, все видео так проговорю. Есть. Что у меня есть? Ладно. Тупой какой-то я. Ладно. Это мы посмотрели. Вот птичья. Короче. Давайте посмотрим. Я вам покажу оружие, которое есть. Тут еще новые добавили. Вот. Вроде бы того не было. Вот этого. Ну что, на этом все. Сейчас буду следующее видео. Ну, записывать. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.